Орленке стартовали президентские спортивные игры школьников. Церемония открытия финального этапа состоялась 9 сентября. Участников приветствовали директор Александр Джеус, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства просвещения Ольга Колударова, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, депутат Государственной Думы, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Перов. В этом году в финальном этапе участвуют 84 команды. Они будут бороться за звание лучшей в 5 обязательных и 3 дополнительных видах спорта. В этом году соревнования посвящены столетию дополнительного образования в России. Президентские спортивные игры школьников направлены на вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом, выявление юных спортивных талантов. Победители, которые выиграют призы, медали, дипломы, они будут внесены в госинформационные ресурсы по одаренным детям и будут иметь возможность поступления в высшее учебное заведение с государственной поддержкой президента Российской Федерации. Наша задача как раз утвердить такой устойчивый тренд для всех детей Российской Федерации, а сегодня и в президентских играх, и в президентских состязаниях, которые параллельно проходят сегодня в детском лагере «Смена», приняло в Российской Федерации из всех 85 субъектов 17,5 миллионов детей. И это, конечно, серьезная большая работа.